Вас приветствует семья Дробышевых. Меня зовут Аня. Я Леша. Я Саш. Я хожу в гимназию номер 13. Учусь во втором классе В. Я Катя. Я хожу в детский сад 484. В губы телемок. Наконец-то наступила зима. Морозная, снежная, с метелями. Мое любимое время года. И мое. И мое. И мое тоже. И у каждого из нас есть свое любимое зимнее развлечение. Я люблю кататься на клюшке и играть в снежки. На горных лыжах. Я люблю играть в хоккей. Я люблю кататься на лыжах. А когда на улице становится совсем холодно, мы проводим свое свободное время вот так. Теперь вы знаете, чем мы увлекаемся. Вместе нам никогда не бывает скучно. Потому что мы дружим.